Мой учитель говорил, что все в мире связано и ничего не дается даром. Люди не всегда это понимают. Забывают о природе, делают все больше машин и заводов. Но все это так нужно. Свет от электростанции, материалы для строительства, топливо, металлы и многое другое, что нам дают заводы. Да, я знаю, что это нам нужно. Но при этом мы загрязняем воздух и воду, выбрасываем кучу отходов. Это же вредит планете. А если мы вредим планете, то значит и себе тоже? Конечно. Из-за машин в городах становится трудно дышать. Ядовитые вещества от заводов и электростанций оседают на земле и попадают в воду. Люди, животные и растения болеют. А как мы можем защитить себя и природу? Есть много способов. Использовать чистую энергию солнца и ветра, не выбрасывать с отходами полезные вещества, которые можно использовать еще раз, внимательно наблюдать за тем, что происходит в природе, наказывать нарушителей и помогать ее охранять. Все это уже происходит в Казахстане. Читайте. Популярный интерактивный доклад о состоянии окружающей среды Республики Казахстан на сайте ecogosfond.kz.